Мы сегодня предлагаем вам создать композицию из свечи для декорирования вашего рождественского стола. Для этого нам нужны свечи, подставка, дополнительные декоративные элементы. В них входит вырубка из фоамирана, стразы, ленты, натуральные материалы, мох, различные сухоцветы и все, что нам потребуется для резки, клейки, ножницы, клей. Начнем с того, что возьмем подставку и прикрепим в нее свечу. В свече есть отверстие. Для начала нужно выбрать, из каких материалов мы будем это делать. Я, например, сделаю из декоративных лент, бусин, вырубки, а Светлана попробует сделать более натуральную из веток, шишек и сухоцветов. Сейчас я пока подставку отложу и попробую воспользоваться декоративными элементами для украшения свечи. Для начала мы приклеим задний фон. Это у нас будет кружево. Заготовка у нас готова, свеча более-менее оформлена. Теперь мы можем ее прикрепить к основе и доделать нашу композицию. Для этого у нас в основе вбит гвоздь, для того, чтобы можно было менять свечи, и она держалась крепко, даже если вдруг случится неприятность, и она упадет сама композиция. Создание таких композиций не трудный процесс при имении материалов. Материалы закупаются в магазинах для творчества, магазинах ткани и любой фурнитуры. Вообще, на самом деле, мне кажется, если есть желание, то не обязательно иметь какие-то специальные декоративные элементы. Можно все сделать натурально, из сухоцветов, да, вот он мох. Вот эти вот кисточки, которые также вот у нас трава растет, все это сохнет, все это потом высыхает. Вот красивая веточка засушенная тоже, да. Различные коряшки, вот такие веточки. То есть все это у нас на улице, все это у нас под ногами. И можно вот и так вот уже взять, вот так вот, шишечки, вот, корица, и уже это все вот красиво. Сочетание прям красота. И уже такой уютный создастся элемент декора. Я свою, в принципе, композицию закончила. Она получилась сдержанной. Подойдет, в принципе, к любому интерьеру. Моя свеча готова. С наступающим Новым годом!